Всем привет, ребята, с вами я, FotoFoxy Game 64. Сегодня мы будем проходить Jubiland Time for Teletubbies, выпуск 3. Третья серия, то есть моего прохождения этой игры. Мы в прошлой серии прошли вот эти все 5 челленджей. Вот этот челлендж, этот челлендж, этот челлендж, этот челлендж и вот этот челлендж. У нас осталось только два, это Tubby Hell и Tubby Death. Но начинаем проходить Tubby Death, естественно, это разминка. Окей, все на 15 у нас идет, 6 на 15. Поехали. Вот сейчас у нас будет все на 15 активничать. Окей, посмотрим. Окей, поехали. Первая попытка это пройти. Окей, главное, чтобы Ляли меня не убивала часто. Окей, заряжаем по. Так, тинки-винки обратно. Так, Дипси. Дипси. Так, Дипси. Так, Тинки стоит еще. Так, Ляли нету еще. Окей, ну-ну. Вот теперь пришла она. Окей, все, Ляля ушла. Скоро Дипси придет. Дипси. Брейк. Да, включаем. Так он ушел. Так, Дипси. Он вернулся. Открыть дверь, так. Дипси опять здесь. Все, уйдите. Он вернулся. Так. Все, хватит, Дипси. Смотрим. Смотрим внимательно. Окей. Окей, тинки-винки. Фух, так спрыгнул. Три часика.
Окей, неплохо идем. Окей, включаем. Так. Окей, выключаем. На всякий случай закрой. Все, она ушла. О, опять по. Так, опять по сломано. Это опять это по старое. Из первой части. Окей, пока. Так, включаю. Окей. Вау, Дипси реально активен сегодня. Ля-ля. Всё, ты ушла. Ещё Нуно не активировался. Это гуд. Включаю. Так. Включаю. Закрой дверь. Пожалуй, дверь закрою. Вот так ля-ля здесь. Окей, тиньки-виньки. Так, вернись, тиньки-виньки. Так, Дипси, так. Так, ты ушел. Так, сейчас ля-ля придет. А тебе на теперь быстро будет приходить. Включаем геник. Так, ты еще стоишь. И мы уже до 6, ей! Есть! Мы прошли Таби Дев. И окей, у нас еще осталась зеленая звезда и красная звезда. У нас есть зеленая и красная звезда. Еще осталось за челлендж, ничего не дали. Какую-то звезду какую-то. Окей, ничего нового нету. Окей, значит. Мы прошли Таби Дев. Нам дали синюю звездочку. Таби Хелл. Окей, вот сейчас мы прошли все челленджи. Да, вот они все звезды. Ну что, настало время Таби Хелл. Ну что ж, пожелайте мне удачи. А мы начинаем.
Окей, Tubby Hell. Погнали. Тут все на 20, на 6 на 20. Так, ну вот и мы здесь. Уже дипс идет. Какая скорость? Так. Уже дипс здесь. Окей, заряжаю. Дипси. Такс. Он. Окей, фух, прогнал их. Час ночи. Он уже вернулся. Так, ну, спокойно. Открой дверь. Так. Окей, так. Ох, прогнал их. Он уже опять здесь. Окей, Вайнд. Окей, так. Стоп. На депо. Что ты ушла? Жесть. Жесть или ночь. Тинки-бунки. Все включил. Да,
включаю. Фух, ты ушла. Фух, прогнал. Так, окей. Живем. Так. О, да, ты здесь. Я так и знал, что ты придешь. Лала. Он опять здесь. Уже 4 утра. Окей, включаю. Пять часов. Закрой дверь. Вот, это ляля была. Окей, включаем. Так. Все, держи дверь закрытой. Все, ты ушла. И мы выжили до 6 утра, есть! С первой попытки это прошел. О, это касцена еще одна. Это машиночка какая-то. Это По. Там По стоит рядом с ней. Нажми пробел, чтобы deploy explosive device. Окей, нажал пробел. Взорвать вот этот девайс. Взорвать. Это кто? Это пиздец. Are you still here? I've been here for years. Ты все еще здесь? Мы были здесь годами. Это PTLD сам появился страшный. И мы активировали машину. Две звезды сразу. Фиолетовая и золотая. О, у меня новые звезды появились. Теперь тут у меня есть золотая и фиолетовая. Возможно, фиолетовая звезда это все на максимум, а золотая звезда это я все челленджи прошло. Вот сейчас здесь не 3 звезды, а 4. У меня все есть 4 звезды. Зеленая, красная, фиолетовая, желтая. Еще должна быть синяя звезда, по идее, но ее нету. Окей, посмотрим, что у нас есть. У меня теперь желтая звезда. Окей. И новый персонаж открылся. Decimated. Decimated. А тут этот телефон открылся. Decimated. Теперь мы всех открыли. У нас есть Пол, Ляля, Тинки Винки, Дипси, Нюню, PTLD-93 и Decimated. Скримеры.
Окей, у этого тоже нет скримера. Но мы открыли нового персонажа в экстра, это тот самый телефон. Странно, ничего не работает. И все, получается, мне тоже дали синюю звезду за это. За Tubby Hell. Это означает, мы все челленджи прошли. От Post Party до Tubby Hell. Получается, мы прошли все челленджи. Давайте мы посмотрим еще на эти красивые звездочки. Еще обязательно хочу офис показать. Возможно, там что-то новое появилось. Вот мои все звезды. Зеленая звезда, красная звезда, фиолетовая звезда и желтая. Может, на эти звезды можно кликнуть? Погодите. Окей, эти звезды не нажимаются. Ну окей, получается, мы всю игру прошли. Все, десимейт этот мы открыли. Окей, посмотрим тогда, что у нас будет за... награды в офисе, и можно уже заканчивать видео, ведь это уже игра 100% пройдена. Окей, что у нас появилось новенького? У нас теперь появилась вот эта вот золотая медалька. Это возможно за то, что я прошел все челленджи и так далее. И все на максимум. На компьютере мне теперь это висит. И да, как видимо, все тельпузики не активничают. Ну окей. Вот моя золотая приз настоящий. Окей, получается это все. Золотой приз мне дали. Вот эту награду и все. Окей, можешь получается заканчивать выпуск. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Если хотите видеть больше ролика, с вами был я, PotterFoxyGame64. Всем идиос. Ан-ко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